Друзья, всем привет! Я родился в Средней Азии и сейчас расскажу, как правильно открывать гранат, как я его открываю. Вот, смотрите, берем вот так вот, надрезаем верхнюю часть. Не сильно глубоко, здесь можно чуть поглубже, где основание у него идет. Вот эта часть снимается, вот так вот, вот она снялась. Потом режем вот так вот. Здесь не сильно глубоко надо резать, чтобы не повредить ягоды. Разрезаем сперва в одном направлении. Короче, будем резать крестообразно. Вот смотрите, здесь вот так прошли, здесь перпендикулярно. И вот также проходим дальше по гранату. Разрезаем. Вот надрез сделали, и потом он достаточно легко ломается. Вот такой вот гранат получился. Вот так он раскрывается. Не сильно ярко-красный, но на вкус достаточно сладкий. Всем спасибо, друзья. Канал называется Алексей Логинов. Всем спасибо, всем пока.